Две медали в активе россиян по итогам субботних соревнований в финале Кубка мира по пулевой стрельбе. Леониду Якимову не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Его результат 684,8 балла. Он всего на 0,1 опередил представителя Китая Тан Цуйляна. Еще одну медаль выиграл Сергей Круглов. Он взял бронзу в стрельбе из пневматической винтовки. Россиянин уступил лишь спортсменам из Китая и Израиля. Регбисты клуба Енисей СТМ в